Но есть продукты, которые в доступе абсолютно у каждого, и в Крыму их можно употреблять, а главное срывать прямо с веток в течение круглого года. Я думаю, что ты имеешь в виду фрукты. Овощи. Овощи. И прочие ягоды. Абсолютно верно. Это то, чем славятся наши садоводы, любители. Да. И об этом наш следующий сюжет, который мы предлагаем посмотреть. Крымские прилавки ломятся от изобилия овощей и фруктов. Горожане приобретают витамины в основном на рынке, но куда лучше, когда есть возможность сорвать спелый плод прямиком с грядки. Урожай 2019 года. Яблоки, груши, персики. Часть фруктов отправляется на закатки, чтобы зимой вновь появиться на столе. А вкусом остальных плодов можно наслаждаться прямо с дерева. Владимир Куцевич ярмарки и базары не посещает. Вместо этого родных и близких садовод радует отборными, экологически чистыми продуктами. Более 35 лет пенсионер занимается земледелием. Давно нашел с растениями общий язык. Мой день начинается фактически ежедневно 5-5.30 утра. Первое, что я делаю, я выхожу на свой участок. Хотите верьте, хотите нет, я разговариваю с растениями. Вот хотя бы рядом огурцы буквально 3 недели назад посажены. На собственных 12 сотках пенсионер трудится круглый год и получает взамен достойную награду. Бывалый садовод доверяет приметам и ведет дневник погоды. От того, насколько морозной была зима, можно сказать, каким будет урожай летом. Прошлая зима тоже была не такой холодной, и он подмерз. А когда были зимы, температура минус 25, минус 30, не мерз. Вот такие какие-то каверзы непонятные. Клапа Golden Delicious «Белый налив» – самые вкусные сорта со всего мира. Их выращивают не только садоводы-любители, но и большие хозяйства, а затем продают по всей России. На земельном участке Владимира Куцевича встречаются и местные аборигенные сорта, например, маленькие яблоки ICRS. Это сорт просто замечательный тем, что он среднеспелый, очень хорошей лёжкости, очень сладкий, и его уже в Крыму практически не осталось. Овощной салат, морс из красной и черной смородины – все свое. Эти разноцветные банки – настоящее богатство семьи Владимира Куцевича. Это и вкусно, и полезно, и экономически выгодно. И своего урожая мы делаем, ну, как принято у народа, заготовки на зиму. Вот, допустим, компот из своих абрикос, компот абрикос совместно со смородиной. Вот таких только фруктовых напитков мы делаем порядка около 300 литров. У каждого дерева своя отдельная история. Заботливый хозяин знает все секреты, как получить хороший урожай. Например, плоды персика сорта «Золотой юбилей» у него могут достигать порядка 250-300 граммов веса. Я искренне рад вот снять, угостить. Пожалуйста, угощайтесь. 2-3 дня они побудут, и они могут свободно, вы можете использовать их в пищу. Помимо земледелия, пенсионер также занимается небольшим подсобным хозяйством. Тут живут по соседству куры, гуси и утки. Петушок будет приглашать курочек. Петя, выходи. Сад-огород приносит пенсионеру не только моральное и материальное удовлетворение. Благодаря любимому делу он хорошо себя чувствует и не болеет. Ольга Литвиненко, Максим Турчев. Утро нового дня.